Добрый день, друзья! Я хотела бы вам показать свою покупку. Вот такая полочка. Как вы думаете, куда я ее купила? Угадайте с первого раза. Нет, не в ванную. Это полочка для моих любимых цветочков. Надо же все компактненько, место экономить. И вот я ее хочу поставить на окошко. Так что вот такая покупка у меня. Полочка уже собрана. И посмотрите, как замечательно она выглядит. Очень удобная. Можно поставить деточки фиалок по два горшочка маленьких. Можно ампельная. Вот сейчас вы все увидите. Так, и что же у меня в итоге получилось? Давайте посмотрим. Та-дам! Вот такая картина. Внизу я расположила фиалочку. На второй полочке пепероме жук. Ампельное растение. Подрастает уже. Рядом сингониум конфетти. А верхняя полочка у меня пепероме лилиан из листика я сажала. Вот вырос такой кустик пушистый. Обожаю. Мне нравится очень пепероме. И вот эта малышка, моя любимица Белочка, которую я из Томска везла. Вот она у меня только-только отцвела. Вот. Вот я надеюсь, что им очень и очень нравится эта полочка. Здесь им уютно. Ну и света, надеюсь, достаточно. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить все новое и интересное. А с вами была я, Светлана. Пока-пока, до новых встреч!